Добрый день всем. Мы сегодня приехали на водоем, на Barrow River. Я приехал с собакой так походить, покидать. Еще взял сестру. Она делает такие неплохие фотографии. Вот, походим немножко, походим немножко. Покидаем, посмотрим. Да, снапи. Первое. И поймал окуня. Ел, сошел. Так, был первый окунь на Мепса. Black Fury 2 номера. Ну вот, уже обловил. Сколько малышей? Еще были две поклевки. Окуня взяли. Вот. Сошли. А ща? А щука не берет сегодня. На эту речку не езжаю никогда. Ну-ка. Раз, два, в год, может, три максимум. А сегодня нигде не хотелось ехать. И поблизости только лифи есть. А на лифе память нужен. У нас нету. Приехал здесь. Забыл показать. Вот вот такие дорожки у нас. Не кайф. Ой, собачка ждет. Ну, Адам? Наконец-то. Опа. Вот вот. И первая рыба у меня. О, какой малюсенький. Да? И поймался он на это. Извините, берег очень высокий. Так, есть у меня вторая. И я вижу, это окунь опять взял. Так, да, небольшой окунь. Вот. Ой-ой-ой. Подожди, малыш. Жадно взял. Вот такой красивенький. Но, извините. Я должен бросать его. Берег очень высокий. О, опять была поклевка. Даже на первый заброс.
Есть. В этот раз что-то побольше. Хороший окон. Я думаю. Или нет. Или просто сопротивляется он так. О, этот уже мутант для меня. Посмотрите, какой красивый. Да? И тоже нам я взял. О, на какого мепса. И какой красивый. Ну, беги-беги. Спасибо. О, вот опять берет. Есть. А, опять сошло. Чё, блин? Ну, это хорошая была. Есть. Рыба. Наконец-то рыба. Но, дружище, ты не уйдешь от меня этот раз. Да. Опять поймал окуня на мепса. Подожди. О, какой окунь. Маленький красивый. Да, маленький красивый. Ну все, иди обратно. Ну вот, закончили рыбалку. Сломал я свой спиннинг. Неосторожно ходил. Вот попончик. Сломал. Вот так. Жалко. Потерял один мепс. Спиннинг. Удачная рыбалка прошла. Ну что, спасибо, что смотрели. До следующего раза. Пока-пока.